Добрый день! Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео я буду готовить очень вкусное объедение из тыквы. Не забывайте ставить лайк видео, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Для начала я беру 500 грамм почищенной и помытой тыквы и натираю ее на крупную терку. Вот так вот получилось. Перекладываю ее теперь в мисочку. Сверху добавлю 3 столовые ложки сметаны. На нее выдавлю 2 небольших зубчика чеснока. Теперь разобью 2 яйца. Посолю по вкусу. У меня это будет 1 чайная ложка соли. Поперчу по вкусу черный молотый перец. Немного красного острого перца. Затем беру зелень, укроп с петрушкой, небольшой пучочек. Меленько нарезаю их. Вот так вот. И теперь отправляю зелень также в миску. После этого все это дело очень тщательно перемешиваю. Вот так вот. Затем добавляю сюда стакан овсяных хлопьев. Это где-то примерно 120 грамм. И сразу же перемешиваю еще раз. Готово. Подровняю. Теперь накрываю миску крышкой и оставляю на полчаса. Ну что, прошло полчаса, овсянка разбухла, и теперь я перемешаю еще раз все то, что находится в миске. Далее разогреваю на плите сковороду и наливаю на нее подсолнечное масло для жарки. После этого жду где-то буквально минутку, пока масло тоже разогреется. И когда масло уже разогрелось, я формирую руками вот такие вот небольшие котлетки и выкладываю их на сковородку обжариваться. Вот так вот. Теперь обжариваю их на среднем огне где-то минут 5-7. Через 7 минут
Переворачиваем все котлетки на другую сторону. И обжариваем с другой стороны еще 5-7 минут. После того, как котлеты обжарились с двух сторон, я беру тарелку, сверху ложу на нее салфетки и снимаю на эти салфетки котлеты. Салфетка нужна для того, чтобы в нее впиталось лишнее масло, которое может на них остаться. Есть, готово. Теперь точно так же обжариваю оставшиеся котлетки. Вот такие вот котлеты объедения из тыквы и овсянки у меня получились. Всего их вышло 14 штучек. Можно подавать на стол. Не забывайте ставить лайк видео, подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. Приятного аппетита! До скорых встреч в следующих видео. Пока!